Раз. Отлично, меня слышно. Итак, мы начинаем наш открытый урок по танцу хаскл. Все, кто давно хотел и никак не решался, пора научиться танцевать. Подходите к нам, мы вас научим. Хватит стесняться там наверху, идите к нам, спускайтесь. Ну раз уж пришли сюда, пора научиться танцевать. Идите к нам. Партнеры, вы нам очень нужны, присоединяйтесь к нам, девушки ждут вас. Итак, мы начинаем наш урок. Открытый урок по хаску для вас проведут преподаватели клуба движения Лида и Виталик. Клуб движения – это самый большой хаскл-клуб Москвы. Мы специализируемся только на танцах, хаскл, так что лучше всех знаем, как его танцевать. Давайте начнем с классных шагов. Партнерши, все партнерши, встань за мной. Парни, за мной. Итак, базовый шаг состоит из четырех шагов. Партнер входит в правые ножки, партнер слева. На счет раз перейдем вперед. На счет два приставочка. На счет три идем назад. На счет четыре приставочка. Сейчас раз. Партнер справа, партнер слева. Два. Поменяли вес. Соответственно, девчонки, сейчас стоите на левой, а партнер на правой. Сейчас три идем назад. Девочки опять справа, партнер слева. Счет четыре приставочка. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Правую, топнули левую
ты ножки, если ты прочел два, и на счет трех поднимаешь левую. Я так отбираю, я так отбираю. I just got it.
Девчонки, смотрите. Партнер, конечно, сам решает, что делать, но вы должны копировать его фотос в руках. Когда вы подходите близко к партнеру, не позволяйте ему делать голову на вашу чуть-чуть Мы отступим ее с первого года. Она будет...